Ребята! Мне... Я почему-то забыла про существование Перископа, и мне подкинули идею в Инстаграме. Типа, выходи в Перископ, и я подумала, что и правда. Я сижу в кафе, жду свою подругу, которая до сих пор ходит по магазинам. Мы сегодня выехали в торговый центр докупать всякие подарки. Я снимала, кстати, небольшой влог новогодний. Вот. И теперь села в кафе, жду свою подругу, еще раз повторюсь. И, наконец-таки, я села покушать. Я сегодня всю ночь не спала. Представляете? И я чувствую себя вообще убого, потому что не спать всю ночь – это ужасно. Заказала себе покушать. Заказала себе салат. Этот греческий. И апельсиновый сок. Как у вас дела? Что вы делаете? Салатики готовите? Или что? С Новым годом! С наступающим вас, ребят! Я думаю, что следующий год будет супер особенный. Поэтому 12 не забывайте загадывать желание. Потому что оно обязательно сбудется. Готовлю новогодний концерт. Интересно, что это за концерт. Что подарили? Еще ничего не дарили. Я думаю, что все будут дарить все в 12. О боже, сейчас такая цифра 666 была. Кошмар. С кем празднуешь? С родными. С мамой. С моей близкой подругой. У меня какой-то, правда, тупак в голове, потому что как-то мне пришлось сегодня не спать всю ночь. Знаете, когда монтируешь, ты вообще забываешь о том, что существует жизнь, и я из-за своего монтажа сбила себе весь режим. И я теперь не могу нормально спать. Я засыпаю в 8 утра, просыпаюсь в 3 дня. Вот так вот. Привет, Кострома! С наступающим вас, ребят! Там елочка стоит. Что самое интересное, я думала, что в торговом центре сегодня будет уйма народу, наоборот, просто никого. Наверное, все сейчас дома и все готовят всякие там салаты. Все салаты режут, да. Передавайте привет своим мамам, которые сейчас бедные стоят у плиты, нарезают все. Герои нашего дня. Какое кафе? Ой, я не знаю, как оно называется. Coffee Town. Что дарить родным будешь? Я купила такие очень... Я вообще люблю покупать подарки именно такие, которые я бы сама себе купила, вот. А что вы купили своим родным подарок? Признавайтесь. Я не буду говорить, а то вдруг меня кто-то смотрит из моих родных. Оливье приготовила, да. Обязательно. Это просто number one. Хит. Маме плойку кто-то подарил. Будут видео после Нового года? Конечно. Я думаю, что даже... числа 4 будет видео.
когда новое видео. Я так что сказала. Где-то 4 января 2016 года. Вот это да. С Новым годом, с Новым годом. Мне кажется, не стоит выходить в Перископ в Новый год, потому что тут никого не будет. Все будут салют смотреть. Ты где, Ню? Я в кафе. Сижу, жду подругу. Всем купила подарки. Кто спрашивает, купила ли я кому-то определенному человеку. Всем купила подарки. Всем, всем. У вас есть снег? Да. Вчера пошел снег, сегодня пошел снег. Короче, вообще. Везде снег. Игнор, кто пишет. Я стараюсь отвечать на интересные вопросы и те, которые я вижу. Потому что если я так буду... В принципе, нет, у меня, наверное, не получится так. Что лучше, Новый год или ДРМ? Мне кажется, что лучше Новый год. Не знаю почему. С кем будешь отвечать Новый год? С родителями? Какую подругу ты ждешь? Ее зовут Женя. Может, вы знаете по видео. Привет из Эстонии. Привет. О, Женя пришла. А я тут в Перископе. Я тут в Перископе. Привет, Перископ. Женя пришла. И Женя с полтора человека. Можно это? Так, кину? Конечно. Садись. Привет. Отдай, скажи, держи шарик. Тут у нас маленький... С наступающим, друзья! Ой, спасибо. Спасибо, Настя. Садись. Мне тут шарики подарили. Класс. Это вы купили, приобрели? Да. Ну, вообще, у нас теперь тут праздник на всю катушку. Начался. Короче, я думаю, что, может быть, позже мы выйдем в трансляцию, когда будем дома готовить салат, если вы будете, конечно, в онлайне. Вот, может быть, когда будет... Уже Новый год, если хоть кто-то тут будет. Поэтому давайте, ребята, спасибо большое, что со мной были сейчас. Уделили мне время, а я ухожу.